Здравствуйте! В этой части нашего проекта «Пазлы Великой Тартарии при Черноморье» мы рассмотрим территорию губернии Державной Метрополии Тартарии с точки зрения зародившейся новой религии – христианства. И эта губерния предстает перед нашими глазами как центр развития этого христианства, мировой центр – и все библейские события, все библейские герои проживали именно в этом регионе. Как это происходило, я сейчас попробую вам донести и донести образ этих мест. Как мы с вами говорили раньше, эта губерния под названием Порта, которую мы так с вами сами назвали со столицей, сначала в Царьграде, а потом в Константинополе, по своей территории занимала полуостров Малая Азия, все северное причерноморье, Крым и ряд балканских стран, а также некоторые территории на Ближнем Востоке. Единственное, что пока мне непонятна граница между этой губернией и губернией со столицей в городе Москва, где на чьей территории находился этот промышленный центр современного Донбасса. А то, что это был реально промышленный центр, мы с вами поняли из предыдущих видео. Видимо по устройству Метрополии промышленные центры были выделены и находились в определенных областях. И вот этот вот Донбасский, Малоросский промышленный центр, пока мне непонятно, на момент начала европейского мятежа, находился ли он в составе губернии со столицей в Царьград, либо в губернии со столицей Москва. Но по нашей реконструкции мы понимаем, что царь Соломон в конце 16 века распоряжался этим регионом так как, видимо, женился на дочери местного князя. Отсюда и пошли копи царя Соломона, соляные шахты и все вот эти вот места подземных нор, так называемых. Этот промышленный центр был, видимо, разрушен после первого потопа, который произошел по нашей реконструкции в конце 17-го, начале 18 века, вызванный применением оружия массового поражения. Но после этого он, видимо, был восстановлен. И второй раз он был уничтожен вторым потопом середины 19 века. И как говорит один из исследователей из Донбасса, на его видео мы дадим ссылку, показывает восстановление этого центра в конце 19 века. То есть там шахты уже все были давно готовы. Но вернемся к христианской религии, которая зародилась из культа поклонения несправедливо казненному царю за благие дела и поддержанная большим количеством народа а в дальнейшем превращенная в религию, заинтересованными в этом элитами. Так вот, рассмотрим христианские святыни на территории вот этой вот губернии. И что мы видим первое? Это дом Марии Магдалины в городе Эфис. Город Эфис это город в Турции на Эгейском побережье. И там находится домик, в котором провела последние годы жизни Мария Магдалина. А также в этом городе проповедовал апостол Павел. А апостол Иоанн в этом же городе писал свое повествование о Сыне Божием. И теперь он в нем и похоронен. В Каппадокии вообще, видимо, был какой-то центр раннего христианства. И эта местность связана с более чем пятьюдесятью христианскими великомучениками и проповедниками. Скорее всего, он существовал здесь после смерти казненного царя и был организован его прямыми сподвижниками. На средиземноморском побережье, на юге Турции, в городе Мира, современный город Демре Турецкий, в так называемой провинции Лидия, жил и проповедовал Николай Чудотворец. Здесь же он и был похоронен. Но позже итальянские моряки выкрали его мощи и перевезли в город Бари. Турецкий город Мерсин, бывший греческий Страбон, имеет пригород, который был столицей одного из княжеств, входивших в состав губернии Порта, и называется этот городок Тарсус. Это прямая родина апостола Павла. В самой столице Царьграде, ныне Стамбуле, находится саркофаг с мощами святого Константина. Но святой Константин, как мы понимаем, это тот, кто принял христианство как религию губернии. И после этого начал город называться не Царьград, а Константинополь. И все это произошло между так называемым четвертым крестовым походом, когда войска Батыя выбили казнившую царя Элиту и взятием Константинополя османами в 1453 году. То есть в этот период времени между этими двумя событиями произошло переименование Царьграда в Константинополь и принятие христианства. Но пришедшие в 1453 году османы, атаманы, просто армия установила в губернии военное управление. То есть пришла к власти по-нашему военная хунта. И, разумеется, была возвращена прежняя тартарская ведическая религия. Как мы знаем, ее называли «древнее благочестие». Почему было такое короткое название «древнее благочестие»? Да потому что никто не мог на тот момент в ведическом мире представить какую-то либо другую религию. Но получилось так, что другие религии появились. Провинция Сиклевия – это города Анталия современная, Кодня, Антиохея – это родина святой Феклы, святой Маргариты и святого Симеона. Что мы видим? Что практически все святые раннего христианства, опять же, все родились на территории, рассматриваемой нами губернии со столицей в Царьград. Мы и придумали название Порта. Область Никомедия – это место рождения святого Пантелеймона. святого Диамида, святой Варвары. Святого Андриана. А вот мощи святой Варвары сейчас находятся в Киеве. А теперь перейдем к Северному Причерноморью. И что мы видим здесь? Крым тесно связан с именем Андрея Первозванного. А Андрей Первозванный, как мы знаем, а может кто-то и не знает, но я подскажу. По реконструкции Носовского Фоменко и есть еще одна ипостась казненного царя. Так вот, родиной Андрея Первозванного было какое-то из южных княжеств, входящих в состав губернии со столицей Москва, то есть Русь. Но я опять сделаю поправку. Русские жили, славяне, что в той губернии, где была столица Москва, что в той губернии, в которой был столица Цайград. Это все были именно славяне. Также они жили и в северо-западной губернии. И только в западноевропейской и североафриканской губернии население было не ариев, а преимущественно эрбинов. Но это второй вопрос. Так вот, казненный царь по реконструкции Носовского Фоменко, мы его будем называть Андроник, он пришел на царствование в Царьград, в этот стол из 12 человек, который он потом возглавил, именно из Крыма, из Херсонеса. И, скорее всего, до этого он был князем вот этой вот территории Северного Причерноморья. И пришел он княжить на эту территорию именно из земель Московской губернии. Все его ранние действия, как управленца и князя, связаны именно с Северным Причерноморьем. Мы знаем, что у Андроника был сподвижник, который сейчас похоронен в Новофонском монастыре в Абхазии. И имя этому сподвижнику Симеон Канонит. Конечно, он мог быть и родственником Андроника, потому что у того была фамилия Камнин, а тут Канонит, опять какая-то подмена. Но смысл в том, что, видимо, этот Симеон канонид остался управлять этим княжеством северо-причерноморским после отъезда Андроника в Царьград. И вся местность северного Причерноморья связана с именем Андрея Первозванного. Очень много церквей в станицах Краснодарского, Ставропольского края Ростовской области называются его именем. Также называются площади во многих столицах именами, связанными с именем Андрей. Андронник, Андрей. Но ну, в нашем переводе это опять получается просто человек. Опять мы не знаем настоящего имени. Кто-то, как Левашов, говорят, что его звали Радомир. Кто-то Светозар. Но этот вопрос мы пока установить не можем. Как не можем установить название того города, который называется сейчас Санкт-Петербургом. Так что у кого есть какие-то предположения на этот счет, пишите, будем рассматривать и вместе искать с вами правду. И очень интересное место город Мариуполь. Как мы знаем из некоторых источников, раньше этот город назывался Магдала. А вот теперь сравните, Мария Магдалена. Мария Магдалена приехала в Царьград именно оттуда, из Магдалы, и из-за этого получила прозвище Магдалена. Да, это одно из предположений. Но тут возникает еще один вопрос. Что такое Мариуполь? Полис по-гречески город. А греческий язык был языком этой губернии. Так вот сравните. Севастополь. Мариуполь. То есть получается, что название Мариуполя это город Марии. Также есть интересное исследование нескольких альтернативных исследователей о том, что из этого же города и сам Иоанн Креститель, из этого Мариуполя. Просто античного вида в этом городе сейчас нету по причине того, что он практически был уничтожен волной потопа, произошедшего по нашей реконструкции в конце 17-го, начале 18 веков. Это мы хорошо объяснили в фильме ⁇ Гибель Тартарии ⁇ Конечно, кто-то будет в этом сомневаться и с нами спорить, но все-таки это наша версия. И мы снимаем авторское видео. Так что смотрите, если будут замечания, пишите. Ответим. И еще очень интересное исследование, на которое хочется обратить отдельно внимание, сделала наша коллега Елена Гусакова из города Туапсе. На ее канале появляются очень интересные видео по наблюдению природы Северного Кавказа. Вывод. Я думаю, теперь всем понятно, что родиной христианства является именно рассматриваемая нами местность, а это Причерноморье. христианизации имела и Северное Причерноморье. На ранних этапах после убийства царя Андроника не было никакой религии христианства. Это был культ почитания этого человека большими массами именно народа. Но потом был подхвачен элитами второго высшего сословия, теми зажавшимися и деградирующими, с которыми он боролся, но являющимися фактически его родственниками, камнинами, ангелами и августами, и превращенный в религию именно в своих целях, для обоснования своего права на власть родством с ним и власти как данной Богом. Но на тот момент ни он сам, ни его сподвижники, я думаю, никакого умысла на создание новой религии не имели, они просто несли правду а кто-то подхватил их флаг. И нельзя отрицать, сколько много они сделали для простых людей. Но элита, подхватив это знамя, сделала очень много против людей. И еще хочу ответить на многочисленные вопросы, задаваемые мне слушателями, почему христианские храмы первые были в пещерах, и что это за пещеры, которые расположены по всему Крыму и Северному Кавказу. Ну, я здесь могу высказать только одну догадку, так как культ был гоним, значит, нужно было скрываться в каких-то безлюдных местах. А вот эти пещеры ⁇ это все остатки той мегалитической цивилизации, которая погибла 13 тысяч лет назад. Но это уже другие исследования. Еще немного хочу обратить внимание на то, как элиты превратили культ в религию. Как мы знаем, религия ведизм была достаточно интегрированной в местную культуру, в которой она находилась. И пантеоны богов у греков и римлян, как мы знаем, отличались. Там был Зевс, у греков, у римлян был Юпитер, у русских, у москвичей был Сварог, у кого-то на севере был Велес, либо Перун на Балтике. Ну и, соответственно, все остальные ипостаси. Как произошла подмена элитами этих богов на так называемую Святую Троицу? Видимо, в начальный период имя казненного царя Андронника под вымышленным или под общим именем Христа было добавлено в этот пантеон богов. А потом, через какое-то время, из пантеона были исключены практически все боги. Ну, как мы знаем, славянские боги – это все ипостаси бога Оум. Ну, в общем, исключили всех, оставив святую троицу, оставив бога отца самого Оума, а вместо всех остальных его ипостасей оставили имя Христа, приравняв его к имени Бога. А Святой Дух как мы знаем, это просто законы прави. Так что для большинства людей на первом этапе верующих, а тогда, видимо, ведисты были все верующие, особого изменения они, конечно, не заметили. Это проявилось только через несколько поколений. Как раз вот эти вот фактически сто лет с момента изгнания элиты порты на Средиземное море, в Северную Африку и Западную Европу, действиями Батыя, так называемым четвертым крестовым походом, за казнь Андроника. Что дальше произошло? Конечно, переписали книги. Были подменены ведические книги, как мы знаем, их сжигали все, от Александрийской библиотеки до Петра Первого. И очень хочу обратить внимание на то, как недавно, в 90-х годах сжигали книги Ленина и Карла Маркса. Но тогда сжигали ведические книги, переписывая их уже в новом формате. Конечно же, основной костяк ведизма остался в Евангелии. Сохранился в виде десяти усеченных заповедей. То есть все благое, что было в ведизме, новая христианская религия вобрала в себя. Потому не надо ее упрекать в том, что эта религия сейчас не светлая. Да, она светлая. Служители ее, конечно, вызывают вопросы. Но представьте служителей того ведизма. Ведь первыми папами римскими кто стал? Опять же, представители высшего сословия волхвов больше было некому. И эти вопросы надо, конечно же, изучать. Кто стал первыми носителями христианства как религия? Кто его переделывал внутри ведической религии? Конечно же, сами служители этой религии, самой ведической. Так что лишних иллюзий здесь питать не надо. Люди всегда остаются людьми, и каждый бежит за чем-то своим. Почему так поступили волхвы? Вопрос, конечно, серьезный. И самое интересное, что тот же митрополит, устроивший в 1666 году христианизацию ведизма в Москве, так называемый Никон, он же тоже, получается, был представителем высшего сословия, высшей касты волхвов и был служителем ведизма. Так что сегодня внешнее христианство по своей идеологии, конечно же, от ведизма сильно не отличается. Также оно ведет к развитию личности, к развитию души. И это все совпадает с целями и задачами ведизма. И самое интересное, как сказано кем-то, что всегда добро запряжено в повозку зла, а зло запряжено в повозку добра. Так из той религии, которая жгла людей на кострах инквизиции, христианство, в наше время проросло что-то реально доброе и серьезное. Но как это будет дальше, мы посмотрим. Также и Советский Союз, кровавые большевики, придя к власти и убив кучу людей, после 40-х годов превратились в в принципе, достаточно демократичное общество. И именно демократичное и справедливое, и социально гарантированное. Кто хочет со мной поспорить, пожалуйста, спорите. Но тогда у вас социальные лифты были, а теперь у ваших детей их, может быть, и нет. Конечно, хочется надеяться, что современное христианство уже никто не сможет использовать в своих целях получения власти, как данной Богом. И эта страница истории уже навсегда закрыта. И теперь, по крайней мере, наше православие, оно является народной религией и служит интересам народа или должно служить интересам народа. Как происходит, по-настоящему пока сказать трудно. И еще один момент. Многие, посмотрев наш фильм, начнут задавать вопросы. А что же? Северное Причерноморье, Крым, Кубань, это что, турецкая земля? Вы что вообще сняли? Вы пропагандируете присоединение этих земель к Турции, как с появлением Тартарии начали все пропальщики кричать о задаче этой Тартарии, как разделение России на Сибирь и западную ее часть. Но это всего лишь домыслы. Нужно понимать одно, что все эти губернии были просто областями одной большой метрополии как сегодняшние Самарская, Ярославская и Московская области, и не больше. А самое главное, они были населены одним арийским славянским народом. И еще один важный момент. Как я говорил в предыдущих видео, прав я или не прав, но территории Северного Причерноморья были присоединены к Российской империи Екатериной. А от нее хронологию мы можем считать после работы Миллера и Байера реальной. Это до нее Миллер и Байер переписали все непонятно как, отправив какие-то события в прошлое, разделив царей, ну, устроив чехарду в своих интересах. Но после нее хронология уже стройная. И то, что казаки заселили пустынные территории Северного Причерноморья в 80-х годах 18 -го века, у меня лично сомнений нет. От а чего эти территории опустили, мы тоже с вами рассмотрели. От последствий первого удара и первого потопа. Потопа... 17-го, начала 18 веков. Но еще хочу заметить, что на этих территориях Северного Причерноморья, еще раз хочу заметить, погибло все население. Никто жив не остался. То же самое произошло и в Крыму. Выжили какие-то единицы чудом или в каких-то спрятанных в пещерах в горах. Но населения практически там не было. И на момент прихода казаков Северное Причерноморье было пустое. Редкое население было в районе Днепра, средних течений, ну тоже состоящее из первых казаков и остатков местного населения, тоже чудом выживших. Крым был тоже абсолютно пустой. Только до прихода казаков турки туда заселили так называемых крымских татар, как свою колонию. Но опять, кто такие крымские татары? Они вообще прямое название носят. Тартария, тартары. Турки это такие же Русские люди, только немного перемешавшиеся с вот теми гастробайтерами, о которых мы говорили, которые были рабами североафриканские племена, о которых мы говорили во второй части. Но в любом случае, кто бы сомневался, в Турции русский дух остался так же, как он остался и в среде крымских татар, которые носят прямое название Тартарии метрополии. И делить здесь на национальности никого нельзя. Греки тоже были привезены на Черноморское побережье Кавказа теми же турками, как колонисты для освоения пустынных земель, так называемые современные понтийцы. Просто турки тоже искали население. Османская империя, так называемая, искала население, которым заселить эти пустующие территории. Но Екатерина все-таки расселила тех казаков, которые ранее были на Днепре. Так что в современной Украине искать казаков, я думаю, Дело заведомо неблагодарное. Нету днепровских казаков из Запорожской Сечи и острова Хортица до территории современной Украины. Все они здесь, на Кубани. И на Кубань перевезли не большую часть, приехали процентов 20-30. А все остальные бежали на Балканы и в ту же самую Турцию. И еще немного о Турции. Кто не верит, что турки первоначальные русские, зайдите в Стамбуле в музей и посмотрите на лица султанов. Последние султаны вообще очень похожи, кстати, на последних российских царей XIX века. Также посмотрите на бюсты турецких полководцев, так называемых полководцев Тартарии. Посмотрите, на кого похож Батухан, на кого похож Османбей. Убрав челму, вы увидите просто русских князей. Странная историческая догма современной официальной истории про Янычар. Якобы славянских детей турки воровали и делали из них кремлевский полк для своей охраны. Ну, это какая-то совершенная глупость. Конечно же, янычары – это фактически так называемые турецкие дворяне. В Турции в 19 веке начала формироваться такая же Октябрьская революция, как и в Российской империи. И вот эти младотурки, и народцы для тех турков, первых перебили янычар. Так же точно, как в Октябрьскую революцию непонятные латышские стрелки перебили все русское дворянство. Но какое оно русское было, мы уже рассматривали, но дворянство они перебили. То же самое, кстати, произошло и в Японии с такими же японскими дворянами, самураями. Задача всех их трех, что самураев, что русских дворян, что э, турецких янычар, было, они служили опорой власти царя. Так что мы теперь понимаем, что представляют из себя современные турки. Это смешавшиеся с теми гастробайтами, ровами пассионарными, русские вот этой губернии порты. Но это их хуже не делает. И правы многие исследователи, что может быть действительно Турция должна быть настоящим союзником России, и не зря Германия и Англия, а теперь и США постоянно разрубают связи между ближайшим соседом нашей страны. Также хочу еще сказать о преемственности Тартарии. Многие сейчас, как я уже говорил, кричат, что это название придумали для разделения России на Сибирь и Западную Европу, для выделения там сырьевого региона. Но хочу заметить, что не зря Российская империя а ее тяжелую историю мы с вами рассмотрели, которая была фактически частью Европы, которая от нее отделялась, которая до этого отделилась от Московии, почему-то вдруг стала правоприемником Тартарии после катастрофы 19 века. Но этот вопрос мы пока оставим. Нам важен результат. Если стало, то значит стало. И это и есть ее государственная идеология. После катастрофы 19 века кстати, Российская империя себя проявила как Тартария, как Метрополия проявляла в соответствии со своей идеологией себя всегда. Она не поработила, не уничтожила народы Средней Азии, Дальнего Востока, Сибири, а все народы были мирно подчинены и фактически вошли в общественную жизнь Российской империи. И начался их подъем. Подъем продолжил также и Советский Союз. Он готовил кадры, учил, строил эти территории. Так что, я думаю, правопреемственность налицо. Хотя можно об этом поспорить, но я думаю, что смысла особого нет. Если кто-то расскажет, что Российская империя вела себя на захваченных территориях или, или не захваченных, или ей не просто достались, так же, как англосаксы вели себя по отношению к индейцам в Южной Америки, я, конечно, этому человеку не поверю. Итак, на этом мы и закончим рассмотрение губернии Державной Метрополии Тартарии, которую мы с вами в начале фильма назвали Порта, со столицей Царьграде, который был потом переименован в Константинополь, а потом был переименован в Стамбул. Я думаю, я четко донес вам образ этой местности, того, что в ней зародилось, и вообще ее роли в истории всей Метрополии. В дальнейших фильмах из серии Пазлы Великой Тартарии я постараюсь рассмотреть другие губернии. Но если Московию будет рассмотреть достаточно просто, такую губернию северо-западную со столицей в городе, которого название мы не знаем, но он сейчас Санкт-Петербург, будет рассмотреть, конечно же, сложнее. А вот те губернии на Востоке, уральскую со столицей, по моему предположению, в городе. Античный Челябинск, Сибирскую со столицей, опять же, по моему предположению, видимо, в городе Омске. И далее на восток, и вообще самого центра этой державной метрополии. У меня, конечно, на этой информации мало. Если кто-то из исследователей, либо просто слушателей и сторонников нашего дела имеет какую-то информацию, прошу вас поделиться. Ну, если это, конечно, для вас ничего не стоит. Особенно хочу обратиться к таким исследователям, как Илья Богданов, Алексей Кунгуров, которые живут на Урале. Давайте попробуем с вами реконструировать эту губернию, губернию Тартарии со столицей в Челябинске. Я, конечно, предполагаю, что в Челябинске, может, у вас есть другие мысли. Но давайте искать, из каких княжеств и царств она состояла и что все-таки в ней осталось с того времени. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео. Все ссылки вы найдете в описании под видео. До свидания!